Диван Обломова вернули на место. Напомню, одна из самых любимых достопримечательностей горожан размещалась в центре Ульяновска, в сквере Ивана Гончарова. Благодаря роману знаменитого земляка, Обломов, обыкновенный предмет мебели, превратился в символ не только лени, сколько философии. А в последние 14 лет, с момента своей установки, и самого Ульяновска. В середине октября интернет облетели фотографии, где было видно, что диван исчез. Знаменитый юморист Евгений Петросян, находясь в тот момент в Ульяновске, даже записал по этому поводу видео. Унесли. Нету. Стояло. Вот винты остались. Винты. Покажи винты. Вот. Чтоб вы не думали, что это шутка. Это не шутка. Унесли ложе Обломова. Выяснилось, что диван забрали на реконструкцию, и вот теперь его вернули на место в обновленном формате. Надпись «Философский диван» сделали центральным звеном памятника, чем немало порадовали местных краеведов. В честь события последние даже предложили ввести новую систему летоисчисления. В японской культуре, смотрите, мерит, измеряет эпоху императорами. Появляется новый император, открывается новая эпоха. В Китае тоже измеряют династиями, да? Мы можем измерять диванами. Эпоха первого дивана, эпоха второго дивана. Вот что нам даст эпоха второго дивана? Какие перемены произойдут у нас в ближайшие годы? Сколько, наконец, проживет диван? Второе пришествие дивана, по мнению ульяновского философа, порадовало бы и самого писателя, как и предложенная система измерения эпох. Ведь Иван Гончаров, признался краевед, был убежденным даосистом.